Белоглазковые – семейство птиц отряда воробьинообразных. Оно включает около 12 родов и 85 видов очень похожих птиц, различить многие из них под силу лишь узким специалистам. Белоглазки – птицы небольшого размера, от 10 до 15 сантиметров. Для них характерна белая окраска оперения вокруг глаз, что отражается в их названии. У белоглазок закругленные крылья, короткие лапки и короткий острый клюв. Хвост прямой или слегка выемчатый. У большинства видов оперение оливкового или серо-коричневого цвета на верхней стороне. С нижней стороны они желтые, белые или серые. Некоторые виды менее яркие, более крупные. Самцы и самочки по внешнему виду друг от друга практически не отличаются. Их биосферой являются прежде всего лесные участки и сады. В тропических лесах белоглазки занимают ту же экологическую нишу, которая в лесах умеренных широт принадлежит пеночкам. Это самые многочисленные мелкие древесные насекомоядные птицы Старого Света. Белоглазки вьют гнезда в развилках ветвей деревьев. Белоглазковые питаются насекомыми, нектаром, ягодами и фруктами. Пение очень выражено у самцов, и по нему в брачные периоды их нетрудно отличить от самок. Песни белоглазок не мелодичны и приятны.